Каждый житель России может зайти на госуслуги и решить, в каком населенном пункте от 100 до 500 человек нужно установить сотовую связь и мобильный интернет. Голосование проводится в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства», который направлен на то, чтобы и в селах жители смогли оплачивать услуги по интернету, пользоваться госуслугами или переписываться с родными. Голоса принимаются до 15 ноября, а итоги подведут в конце декабря. В конце декабря также на сайте госуслуг появится информация о том, в каком населенном пункте установят сотовую вышку. Таких населенных пунктов будет около 2000. Проголосовать можно двумя способами: через портал госуслуги в разделе «Общественное согласование» или отправить письмо в Министерство цифрового развития России, Почты России. Контакты указаны на экране.